Всем привет! И у нас сегодня очередная распаковочка. Вот такой пакет. Добирался он целых 21 день, что, в общем-то, недолго сейчас считается, так как я нахожусь в Крыму, и сюда посылочки идут только одну неделю от Москвы. Поэтому 21 день – это очень хорошо. Здесь у нас находится, должно находиться защитное стекло на телефон Mlace M9. Обзор на этот телефон у меня есть на канале. Кому интересно, можете посмотреть. Ссылочку я прикреплю под видео. Телефон очень хороший, мне он очень понравился. Несмотря на то, что там стоит Gorilla Glass, ну, все мы знаем, что Gorilla Glass все равно царапается. Оно хоть там ударопрочное, туда-сюда. Но все равно все царапается, все бьется, поэтому я прикупил для него еще и защитное стекло. Закаленное, которое должно спасать у нас и от царапин, и от ударов, от того, чтобы не разбить экран. Потому что экран там АГС, и, соответственно, если разобьется, менять надо весь блок, а это совсем не дешево. Итак, в комплекте мы видим специальные салфеточки, пропитанные спиртом, чтобы вытирать экранчик перед тем, как наклеивать стекло. Также вот эта липучка, которая убирает пылинки. Но у меня есть видео, как я наклеиваю пленку, защитную пленку на телефон. В принципе, наклейка стекла ничем не отличается от наклейки пленки. Также все протирается, накладывается и все. Ссылочку я тоже прикреплю в описании под видео. Кому интересно, посмотрите. Есть еще вот такая вот бумажечка, но это инструкция, как что делать. То есть вытираем, протираем, прикладываем, разглаживаем, и все у нас красиво получается. Самое интересное, это находится вот здесь. И куда надо еще добраться. Звук. Так, вот это, собственно, само стекло. Здесь у нас еще какие-то штуки продавец вложил. Сейчас посмотрим. Ага. Так, пупырка. Вантаж силикон стонд. Честно говоря, ага. Это у нас такая подставочка для телефона. Это у нас продавец вложил в подарок. Так, ну к ней мы вернемся позже. Само стеклышко. Вот такое стеклышко. Тоже немножко гнется. Как и на Xiaomi было, в принципе, такое же. То есть это какой-то оптический пластик. То, что там пишут, закаленное стекло, тыры-пыры. Но я не думаю, что это стекло, потому что, видите, оно спокойно гнется. Скорее всего, это какой-то очень прочный и высокопрочный оптический пластик, но обладает хорошими характеристиками. Очень прозрачный, классный. Ну вот, на Xiaomi я наклеил и очень-очень, честно скажу, доволен вот таким же стеклышком. Ну, только это на Mlace. Все целенькое, все хорошенькое. Ну и давайте посмотрим, что же это за подарочек. И с чем его едят. Что мы должны сделать? Первое. Приложить. Нажать пальцем. Упс. Класс. Давайте я вам это покажу еще раз. То есть прикладываем, по центру нажимаем пальцем, оно делает хопс, вот так. И теперь можно вот так ставить телефон и смотреть на нем, вот так ставить телефон и смотреть на нем какие-то там фильмы, мультфильмы. Тут у нас есть двухсторонний скотч, видимо, да, двухсторонний скотч, чтобы приклеивать к телефону. То есть отлепили,
приклеили, когда не надо, а так его сделали, и у вас всегда тут оно приклеено получается. Надо подставочка, пальцем нажали, положили и смотрите. Прикольная такая безделушка, продавцу огромное спасибо за это, никогда не видел, но штука полезная, штука мне понравилась. Пум. Игрушка для детей. Но полезная. Все, всем пока. Ссылочка на продавца под видео. Выходите, смотрите, если кому-то надо, покупайте. Стеклышко это подойдет не только на Lays, но в принципе практически на любой телефон с размером 5 дюймов, я так понимаю. Если его аккуратно обрезать, даже и сюда подойдет. Все, всем пока. До новых встреч.